Давно мы не снимали ролики на тему, которую я на самом деле очень люблю. Без этого просто прожить нельзя, и образы крутые, стильные составить тоже невозможно. Да и выразить свою индивидуальность зачастую без именно этих вещей вы не сможете. И это аксессуары. Поговорим о трендах, которые у нас актуальны в 2024 году. Некоторые из них сейчас на нас. Да, мы всегда так делаем. Если мы говорим про тренды, то обязательно что-то на себе показываем. И сегодня на реальных примерах мы будем ходить по магазинам и показывать, какие же украшения и аксессуары сейчас в тренде. Ну что ж, а с вами Ольга Епифанова, Элина Кузнецова, Гриша Шуба за кадром. И это проект «Стильно». Поехали. О, с чего я хотела бы начать, так это сердец. Сердца сейчас у нас в тренде. Они стали очень популярны, причем и на одежде, и на деталях одежды, и в данном случае на аксессуарах. Сердца могут быть крупные, могут быть мелкие, могут быть с пустотами внутри, могут быть объемные. Самое главное, что вот этот немного наивно-романтичный предмет, это наивно-романтичная форма, она сейчас действительно очень актуальна. Поэтому можете выбирать себе по вкусу, себе по масштабу. А украшения очень важно правильно выбирать по масштабу своего тела и черт лица. Смотрите, здесь даже бывают вот такие, как с небольшими нюансиками. Да, то есть не просто сердце напрямую. Вот видите, насколько разные варианты здесь присутствуют. И даже вот эти сережки, они по форме напоминают нам сердечки. Я хочу рассказать про чокеры. Но здесь не только один тренд, здесь и чокер, и бант. Чокер это, ну что такое, это короткое колье с, на самом деле, очень длинной историей, потому что его носили еще в античности. Чокеры, ну на самом деле, они то выходили из моды, то надолго забывались. Вот сейчас они прямо на пике популярности. А особенно нарядные чокеры, они могут быть и из жемчуга, из нескольких слоев жемчуга, и из каких-то камней, и металлические, и кожаные, и какие угодно. Это очень красивый, интересный аксессуар, однако у него есть особенность, он может резать шею, особенно если он контрастный. Поэтому здесь просто будьте аккуратны и смотрите на свои параметры. Еще сейчас в тренды вошли кафы, поэтому вам не обязательно прокалывать и делать дополнительные дырочки в ушах для того, чтобы их здорово и нарядно украсить. Я, например, ношу тоже вот такие кафы, которые просто надеваются на ушко, да, без какого-либо прокола. Вы можете выбрать более миниатюрные, более крупные. В любом случае это смотрится стильно и интересно. У меня, например, есть каф вообще с цепочкой. Сюда вставляется гвоздик, вот здесь надевается кафа, и вот здесь цепочка, которая объединяет их между собой. То есть вариант выбирайте тот, который нравится вам. Вот здесь еще хочу обратить ваше внимание, да, что не обязательно, что они будут круглой формы. Форма может быть и вытянутая, и продолговатая, и даже витиеватая. Друзья, не могу промолчать. Я вам уже рассказала про сердца. Элина рассказала про чокеры. Еще хочу дополнить, что жемчуга в тренде, и вы как раз на мне можете их сейчас увидеть. Да, как раз тот многослойное украшение. Вот здесь с дополнительными еще веснучками. Но я смотрю сейчас на вот это. А я вижу здесь еще одну. Меня просто распирает от той красоты. Я готова это носить. Посмотрите еще, ребят, вот сюда, пожалуйста. Какая потрясающая вещь. Это тоже чокер, но он превращается в ожерелье за счет многослойности. Очень красиво. И это тоже сейчас в тренде. Причем раньше такие украшения представлялись больше именно в вечерних образах, то сейчас вы также можете адаптировать это и с джинсой, и с футболкой, и с чем хотите, и носить, ну, хоть со спортивным костюмом, да, на каждый день. Потому что украшения, они у нас что делают? Они даже самый простой базовый образ могут превратить в очень интересный и индивидуальный. Да, дать ему какую-то изюминку и настроение. Я помню, даже кто-то нам писал в комментариях, как это, простую белую футболку носить с жемчугом. Да вот так, это же самый писк. Посмотрите. Ну, это не белая футболка, но это джинсовая жилеточка. Самая обычная. Да. Которая тоже у нас относится к стилю casual, да, и застилизовать ее вот так будет очень классно. Здесь у нас тоже многослойность, но в такой готической манере. А что я еще хочу сказать, что в тренде, конечно же, кресты. Тут он даже двусторонний, можно и с другой стороны его рассматривать и носить. Ну и, конечно, крест сейчас в том числе
на мне. Но вы уже не раз видели эти серьги. Одну я сегодня сломала случайно, поэтому у меня получился еще один тренд. Это моносерьга, либо асимметрия. И снова сердце, но я не только ради него подошла к этому украшению. Дело в том, что сейчас объединять несколько украшений в одно – это тоже один из главных трендов. И вы можете брать свои цепи, цепочки, которые есть уже наверняка дома. Мне кажется, они есть уже, ну, у каждой, если не второй, то у каждой третьей, так точно. И объединять, например, с жемчугом, с какими-то кулонами. Здесь можно повесить еще больше слоев, и это будет стильно, модно и актуально. Еще один тренд, который прям совсем недавно считался моветоном, это цветные крупные камни. Здесь в сочетании с бусами, с металлизированными. Тоже очень необычное сочетание. И я наблюдаю здесь, опять же, многослойность представлена прямо на витрине. Здесь у нас тонкая цепочка с бледненьким камушком и вот эти вот бусы с цветными камнями. Очень красиво. Даже с той же белой футболкой будет смотреться просто потрясающе. Ну, либо стать такое украшение может частью вашего вечернего наряда. Я не могу вам это не показать. Это меня сейчас просто шокировало в хорошем смысле этого слова. Настолько прикольно придумать. А если бы она еще писала? Смотрите, как, да. Смотрите, как это держится. У меня есть украшение с такой же формы, которое надевается на ушко, но вот здесь вот разные висюнчики, цепочки и так далее. А вот это вот, я помню, которое в восточном стиле такое, да, на ушко надевается? А, это тоже, да. Но второе ты еще пока не видела. Мы видим, где такой сегодня, как у тебя. Класс. Крутая фантазия у дизайнеров. Мне очень нравится. Что это за дизайнер? И Арон. Я такого не знаю, но молодцы. Еще один тренд, мимо которого я рекомендую не проходить, это объединение в одном аксессуаре и золота, и серебра. Почему это так здорово и почему я рекомендую каждому обратить на это внимание? Дело в том, что очень многие боятся и переживают, как сочетать серебро и золото в одном образе. Например, если фурнитура на сумке золотая, а на ремне серебряная. О боже, что делать? Некоторые паникуют. На самом деле так носить можно, но если вас это тревожит, и вам хочется для своего собственного спокойствия как-то это оправдать в образе, тогда выбираем вот такое украшение из двух металлов одновременно. Не все будет хорошо. То есть оно объяснит, почему у вас и то, и другое в образе присутствует. Мне кажется, классно. Ребят, я нашла себе брошь. Вот идеально просто подойдет к этому моему сегодняшнему наряду. Да и не только к наряду, к ногтям тоже. Вы видели, что у меня на ногтях здесь вот изображено? Собственно, это оно и есть. Да, не поводный вариант. Да, это точно. Это мое просто, идеально. Но почему я, собственно, показываю здесь и сейчас эту брошь? Да потому что броши – это тоже сейчас тренд. Возможно, кто-то скажет, что это все бабушкина история, что только бабушки из Советского Союза там, или откуда-то еще носят броши. Нет. Броши сейчас, особенно на лацкане, это просто пик моды. Причем вы можете носить не одну брошь, а делать из них сет и составлять вообще какую-то историю. А еще есть интересная тема – дарить людям, которые занимаются какой-то определенной профессией, тематические броши, что будет рассказывать о них больше. Вообще сейчас в моде все, что относится к такой мимимишной немножечко тематике. Звездочки, бантики, сердечки или какие-то просто милые, да, как вот в данном случае крабики. Это могут быть и зайчики. В общем, все, на что хватает фантазии у дизайнеров или у вас, вы можете применять в своих образах. Единственное, я вас прошу, очень важный момент. Если вы выбираете вот эту мимимишность, то у вас лицо должно соответствовать этому тренду. Представьте себе, например, Анджелину Джоли, да, которая у нас с таким очень дерзким выражением лица, немного хищным. И вдруг она наденет на себя вот этот вот бантик. Согласитесь, это будет выглядеть очень странно, не соответствуя ее внешности. Поэтому, если вы не хотите такого несоответствия вашей внешности и тех аксессуаров, которые вы для себя выбираете, то постарайтесь проанализировать свой типаж, понять, что же вас лучше украсит. Что-то более дерзкое и эффектное, что-то более классическое или что-то более миленькое. Вот посмотрите на нас. Неужели, да, мне бы подошли вот такого рода украшения? А вот то ли они как раз подойдут по типажу внешности? Да, это мой вариант. Еще хочу сказать про тренды на браслеты. Вот такие вот браслеты, как они еще называются, очень модные и в этом сезоне. Я думаю, что они еще долго будут популярны. Если такие вам кажутся немного
что это немного не ваше, то можно рассмотреть что-то вот такое. Потому что все гипер сейчас тоже актуально. Особенно актуально носить браслетики, которые, знаете, такие в обтяжку, прям по руке, металлические, широкие, очень хорошо смотрятся на длинных рукавах. Особенно, когда рукава такие практически закрывающие пальчики. Еще хочу продолжить тему сережек. Дело в том, что серьги сейчас, в принципе, мне кажется, актуальнее, чем когда-либо. И их такое большое разнообразие, что вы можете выбрать на свой вкус, цвет, психотип и все остальное, по каким параметрам вы их выбираете для себя. Можно миниатюрные серьги, да, что-то прям очень маленькое, очень хрупкое, миленькое. Можно что-то яркое и крупное. Вообще крупные серьги сейчас на пике своей популярности. В разных вариантах, в разных расцветках, в разных формах. А более того, чем крупнее, тем эффектнее это будет смотреться, ну и, конечно же, выглядеть моднее. Еще серьги-люстры. Здесь такой немножко нестандартный, нетрадиционный вариант, но если мы встретим еще в других магазинах, я покажу, как еще серьги-люстры могут выглядеть. И еще серьги как арт-объекты. Когда они как арт-объекты, они могут даже быть асимметричными, как будто бы вот что-то такое творили для музеев, для искусства. В общем, это тоже очень красиво. Если сегодня мне такое попадется, я вам обязательно покажу. А, вы не представляете, у меня практически такое же украшение. Причем я его планировала одеть к этому образу, в котором я сейчас. Но оно у меня немножечко пряталось за воротничком, поэтому я решила, что нет, сменю и надену свои жемчуга. И, кстати говоря, обратите внимание, в ушках у меня тоже не маленький жемчуг, а прям крупные такие жемчужины, потому что, еще раз повторюсь, крупные серьги сейчас в тренде. Пластик. Или... Нет, это керамика. Это керамика. Это керамика. Я сначала издалека подумала, что это пластик. Боже, как это потрясающе смотрится. Особенно вот этот зайчик, он мне так нравится. Вот все, что гипер, да, вот это все крупное, даже сейчас мега популярно. Какой классный здесь осьминожка. Ну, вообще, я хочу сказать, что как раз вот эти варианты сережек, колец и так далее можно отнести и к арт-объектам в том числе. То есть они как раз по формам напоминают нам что-то такое, что творили руками человека, выдували где-то из стекла. Ручной труд, скажем. Да, ручной труд. Как же оно сияет. Может быть, это, конечно, так под софитами, но выглядит это потрясающе. Вот они все, и многослойные, и цветные камни, и блеск, и чокер, или это браслет. Мне кажется, это все-таки чокер. Боже. А вот этот неон, посмотрите, в сочетании неоновой кисточки, в сочетании с искрящимися камнями. Я влюблена, по-моему. Очень интересно, не знаю, честно говоря, насколько это в тренде, но вот такие вот с налетом античности, как будто украшения, тут у нас и кольца, и кулоны, и я не понимаю, что еще, сережек здесь нет. В общем, если вы хоть как-то внешности напоминаете викинга, мне кажется, это как раз-таки ваша история. Мы можем сочетать в себе, да, разные типажи, и если вы все-таки классик по натуре, то минимализм, поверьте, тоже в тренде, тоже популярен. И просто посмотрите, какие здесь аккуратные, тонкие линии. Потрясающие формы, хороший блеск, но это, видимо, золото, да, это уже ювелирка. Кто любит минимализм, он тоже в тренде. Пожалуйста, носите и выглядите всегда шикарно. Нашла для вас, кстати говоря, еще одно украшение в том самом стиле, о котором я уже рассказывала. Наивная романтика. Посмотрите, как будто бы это ребеночек сам сотворил и подарил своей маме. Да, ну, прям очень-очень мило. И тут же по соседству серьги-люстры, которые я вам обещала показать. Тоже разных форматов. Есть совсем крупные, есть немножечко помельче. Да, и все это... О, и бантики. Или бабочки, что у нас тут? Бантики или бабочки, в общем, я так и не разобралась. В общем, все вот это очень сейчас актуально. Вот это, конечно, для очень крупных черт лица. Если вы такими не обладаете, то тогда лучше рассмотреть какой-то вариант немножечко понежнее. Мы пришли в Trend Island, и вы на мне уже не раз видели в выпусках вот это украшение. Я его приобретала здесь. И на самом деле оно классно как по отдельности смотрится, так и в сочетании с белым жемчугом. Очень красиво. Можно завязывать многослойно вокруг своей шеи, можно пускать вот так по диагонали, как это делаю я, и так смотрится действительно красиво. Оля, твоя цепочка.
Спасибо, моя цепочка пришла, которую я забыла на прошлой съемке. Кстати, тоже обратите внимание. Сочетание как раз здесь у нас серебра и золота. Сочетание двух металлов. То, о чем я вам говорила. Браслеты, браслеты, браслеты. Я обожаю эти аксессуары. Здесь есть и мерцающий, и блестящий. И с узлами. Кстати, узлы тоже в тренде, в том числе в украшениях. И вот они, те самые кафы, о которых я говорила, которые классно надевать на рукав. Чтобы рукав вот здесь был перетянут браслетиком. Очень круто. И еще классный прием, когда браслет у вас контрастный, если у вас вдруг длинная ручка, он классно режет ручку, укорачивает ее. Еще сейчас в моде не только цепи привычные нам, да, или жемчуга, но и украшения, такие чокеры на плотном основании, когда у нас такой единый каркас. Он, видите, не сгибается, то есть он как есть, так и фиксируется, как ошейник, да, на нашей шее. И варианты тоже могут быть очень разные, да, прям от круглых до каких-то изогнутых интересных форм. Показывала вам уже сегодня броши, и здесь вот еще я нашла вот такие потрясающие броши рыбы. А крепить такие броши не обязательно куда-то на лацканы или в портретной зоне. Можно куда угодно прикрепить такую брошь, даже, может быть, где-то вот сюда вот на джинсы или на джинсовку сзади. Тоже будет интересно смотреться и необычно. Плюс ко всему она кожаная. То есть она будет интересно еще и двигаться. Тонкие металлические украшения тоже ближе к стилю минимализм, тоже очень сейчас актуальны. Особенно, если вы не хотите перегружать свой образ, или, например, он и так настолько интересный, что вроде не хочется ничего лишнего к нему добавлять, но вот такая вот минималистичная цепь очень может подойти. Вы в одном из роликов видели на мне такое украшение в египетском стиле. И даже спрашивали, где же я его приобрела. А вот, собственно, здесь. Очень крутое. Обратите внимание, во-первых, да, те самые монолитные части, крупные, которые сейчас у нас в тренде. Во-вторых, длинные цепи, которые визуально еще могут помочь скорректировать фигуру, так как создают вертикаль на нашем туловище. Классно, стильно, необычно. Вот кому нравится такой вау-эффект. Можно применять. Про сердца я уже сегодня много говорила, но вот здесь такое еще прочтение из натуральных камней. Натуральные камни тоже сейчас у нас очень актуальны. И на том самом каркасе, о котором я вам тоже уже говорила. Форма капли сейчас тоже одна из самых актуальных форм. И они бывают со стразами, бывают без них, бывают в виде сережек, кулонов, украшений разных. В общем, обращаем на них внимание. Пока это в тренде, можете носить, можете кайфовать, можете говорить о том, что вы следите за модными тенденциями 2024 года. Если вдруг вы по каким-то причинам посчитали, что кресты могут быть только мощными, какими-то готическими, то нет, совершенно не обязательно. Если вы больше любите классику, то можете рассмотреть для себя вот такой вот аккуратный вариант украшения сережек в виде крестов. Ну и вариант сочетания двух трендов – это крест и сердце, да еще и в черном исполнении. Вот это как раз-таки уже для любителей готики, но с налетом классики. А я хочу сказать, что хищность и змеиные не только принты модны, но и кольца. И их сейчас действительно много, они бывают более изящные или, наоборот, более крупные, бывают даже на несколько пальцев одновременно. Смотрится очень красиво. Мне колечки нравятся. Редко ношу, но люблю. Еще кое-что, что хотелось бы для вас проговорить, это вот такие цепочки с удлинением вниз. Они снизу спадают, как правило, туда, глубоко в декольте. Их надевают обычно не сверху одежды, а именно куда-то, где они потом затеряются, скроются своим кончиком и будут деликатно так... с легким флером сексуальности. Очень красиво, мне нравится, я применяю в своей жизни. А здесь у нас на манекене сразу несколько трендов. Например, цепочка на тело. Они тоже могут быть абсолютно разные и надеваться на разные ее части, но, как правило, чаще всего выбирают именно на талию или чуть ниже талии, или да, вот практически на бедра. Наискосочек вот так. И плюс ко всему здесь цветные камни на цепочке и цветной камень у нас в ожерелье. Что еще? Многослойность. Прекрасный манекен. Фиолетовый.
Мне кажется, что мы показали все основные тренды сегодня. Даже не пришлось ничего дополнительно описывать. Да, некоторые по несколько раз. И надеемся, что для вас это было полезно. Это вас вдохновило на то, чтобы, если вдруг еще не носили никогда украшения, начать это делать. Да, потому что украшения же бывают не только ювелирные. Сейчас очень много интересной бижутерии. Ну и ювелирки красивой, стильной в том числе. Обязательно пишите в комментариях, какие тренды вам понравились больше всего. Какие вы никогда не наденете. Да, какие-то, может быть, вы уже носите с большой радостью, и вам хочется, чтобы этот тренд жил долго-долго-долго. Да, и помните, пожалуйста, что все тренды всем идти просто физически не могут. Выбирайте то, что подходит именно вам. А с вами была Ольга Епифанова, Элина Кузнецова, Гриша Шуба. И это проект «Стильно». До новых встреч!